По вратарю, что здесь говорить? Ну, все ошибаются. Ну, мне сколько выручил. И в Сочи выручил, и в Оренбурге выручил. Поэтому к нему вопросов даже по сегодняшней нет. Ну, а по тактике, да, начали в 3 центральных защитника. Ну, потом, когда удалили игрока Рубин, перестроили 2 центральных защитника. Потому что не было смысла держать вратарей центральных в обороне. А так мы на тровках 3 дня обкатывали, как играет Рубин. Прекрасно знали. Есть моменты, которые тяжело доходят до игроков. Это может вина тренерского штаба не доносим, но сомневаюсь. Много, да, фланговых атак было. Но когда мало в бегании штрафного в нашей команде, то уже минус. Все хотят получать мяч на дачу, но это неправильно. Да нет, я же всегда говорил, что после сбора длительных все команды примерно одинаковы. После сбора входит новый, как бы, во вторую стадию чемпионата. Надо убиваться на поле. То, что Рубин нам показал. Сейчас на класс никого не обыграешь. Хварём. К нему вопросов нет. Ну, единственное, там проблема, у него нет свободных зон. Потому что уже Рубин после удаления уже низко стали играть. А для этого нужно создавать зоны. К сожалению, то, что мы не делаем. Достаточно сложно комментировать такие матчи, потому что когда каждое очко на вес золота и уже по существу началась для нас прямая борьба за выживание, то на первый план выходят эмоции, какие-то факторы морально-волевые, какой-то эпизод. Вот, поэтому, конечно, ключевые два эпизода – это то, что мы забили гол, хороший гол в первом тайме, и удаление Макарова. Я думаю, что это было два ключевых момента, которые влияли на сам ход игры и в какой-то степени влияли на конечный результат. Вот. Поэтому очень рад, что нам удалось, скажем так, отстоять победу и достаточно качественно отобраняться. Вот. Но я, конечно, понимаю, что титул лучшей команды по игре в десятером, он, наверное, почетный титул, но если мы так будем играть все игры, оставаясь тайм почти или чуть больше тайма, как в предыдущей игре в десятером, то достаточно сложно будет пройти так весь чемпионат. Я не могу это... Какие могут быть ощущения, когда... Ну, то есть, такая ситуация, то, что творится сейчас в мире, она... У меня очень много друзей в Англии, в Голландии. То есть, я каждый день получаю огромное количество сообщений, звонков. Вот. И реально я понимаю, что ситуация достаточно серьезная, поэтому мы готовы будем к любому решению. Вот. Поэтому я думаю, что есть компетентные люди, которые смогут оценить степень угрозы и принять в данном случае правильное решение, а мы будем обязаны просто-напросто подчиниться, какое решение бы не было вынесено, и ни в коем случае никак его даже не пытаться оценить. Знаете, я сейчас смотрел матч «Динамо-Спартак», ну, хоккейный, да, это ужас. Мы играли в первом туре в Нижнем Новгороде с Тамбовым. Ну, по существу матч без зрителей, да, там было какое-то небольшое количество зрителей, но по существу матч без зрителей. Я сейчас смотрел тот же там матч ПСЖ в Лиге Чемпионов, ну, это очень странное ощущение. То есть это ощущение того, что ты играешь даже на сборах, и то там присутствуют какие-то болельщики. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, это очень странно, когда ты играешь без зрителей, но какое решение примет российская премьер-лига или Российский футбольный союз, или совместно это будет решение, мы просто подчинимся и будем уже свой планировать календарь в зависимости от всех этих решений. Понятно, что еще раз, сейчас настолько форс-мажорная ситуация, что ни в коем случае здесь нельзя о каких-то своих желаниях даже думать, не то что высказываться. Будь в курсе самых интересных событий оружейников. Подпишись на Арсенал ТВ.